Рима. Салам алейкум, братец. Все заряжены? Да. Все, давайте так, общий ку. Через 30 минут, вы что так собрались, надо было в 3 часа надо было приезжать. 40 минут первого приехал, хорош, еще и второго. Вы рассказывайся так, я в час приехал. Зачем? Я уже сказал, что ты брай поставил с первой попытки. Вот я сказал. Мама, я в телевизоре! Подписывайтесь и ставьте лайки! Парк напоследок. Народ принял! Чё отсюда? Короче, было сейчас в конце. Я на сайте людей не боялся! Я среда хочу! Я на сайте, блядь! Сейчас. Во время контеста у нас пошел дождь, но такие непогодные неполадки, погодные точнее неполадки, тут он уже подпали. Контест, пожалуйста, за забор. Так, следующий, кто был еще? Кто на синем BMX-е? Конкурс на наклейку сейчас. Сейчас посмотрим. А обнови, зайди в Lucky Store. Дай мне наклейку, ребята. Наклейку дай мне. Моя, там денег много. Ладно, шучу, это. Не, пофиг, забирай. Давай, вместе. Дай 210 давай. О, нахуй. Дай наклейку. 100 рублей. Вадим, за 200 рублей. Я своим трудом делал, нахуй. Ну-ка, иди-ка сюда, поговорим. Пошли дамы наши, изменившие. Шутка. Давай вниз, давай. И еще 3 наклейки в подарок. И че окунь, сука? А если че у меня? Повербанк. О, ну-ка дай мне. 10 рублей. Съебал. Он с фонариком. О, все, вот и сотка за наклейку забирай. Наклейку дай. О, завалил. Капибару кто мне дал? Я тебе дал. Я отдам ее? Я сейчас, блядь, поджопника напинал. Пошли домой, нахуй, покажем. У тебя Джорданы не беси! Ааа, на пизда! У него Джорданы! Я просто не разбираюсь. У меня танки есть, правда? Продавай сейчас поклику за сотку с сотку. Мне, если что, сотку пополам так, короче, есть, короче, один. Ты за 50 рублей у ротки сидишь. Да? Я себе возьму. Пацан с соткой, где он там окунь ему? Чего тебе тут? Чего?
Подарочки. Ребят, не наглейте. Туда, пожалуйста. Забирайте, сложите. Все вниз, 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 вниз. Тоже пацан вниз. Давай, ты тоже спрыгивай. Давай, 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 быстрее, быстрее. Ну. Все, тоже туда все, вот сюда, вот туда, вот, понятно? Ладно, давайте пока они торгуются, я сейчас разберусь. Вадима, да, тоже вниз. Подарок отдаю. Вадима, тоже вниз, давай, 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 давай. Вниз, 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 вниз. Ну смотри, смотри, значит, что? Уехал челик, поэтому обидно будет очень ему. Поэтому смотри, сейчас тогда вот есть два биниксера, вон, вот этот челик, ну, точнее, на этом были. Это мой бы. Ну да, 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 ты и Ярик. Вот они сейчас поучаствуют, и потом завтра, самокаты. Сейчас чуть-чуть попозже. Попозже, попозже. Я просто сказал, что два биниксера будут сейчас участвовать, а завтра самокаты. Слезь. Че уехал, ему обидно будет, понимаешь? Но уехал в клеточную. Кто? Пусть завтра. Еще одну. Короче, в наш контест переносится на 29 число, потому что у нас пошел дождь, но сейчас высохло, и у нас, ну, некоторые уже разъехались, и типа, ну, нечестно будет, поэтому мы перенесли на завтра, то есть 29 числа, в 14:00 будет продолжение. Сейчас выступили BMX-еры, но сейчас будут и еще самокаты, поэтому вот так вот будет. Уже BMX-еры две попытки откатали. Сейчас мы приехали, просто так покатаемся, и потом уже завтра также круто проведем время. Следующий день. А еще сегодня у нас второй день контеста. Вчера был дождик, и сегодня солнце. Да. Значит, кто еще не записался, подходите ко мне по одному. Кто еще не записался вчера? Я вчера записался. Только те, кто не записался, подходите ко мне по одному, кто еще хочет участвовать. Последний шанс будет. Давай, если ты записал. По одному сюда подходите. Я вас запишу. Да. Все, сейчас идет запись тех, кто еще не записывался вчера. Сегодня сейчас последний шанс записаться. Все готовы к конкурсу? Да! Да, капитан! Первый, кто делает опа-бар. Опа-бар на самокате. Снова, Кирилл, снова. Я не заснял. Все. Что изображено на наклейке? Что изображено на наклейке? Самокат, микс. Кто сказал? Нет. Кто первый делает вип, тому даю. Все! Тачку. Сегодня ем.
Пацаны, еще тачка. Кто что даст? Кто что даст? Браслетик. Бутылку. Чехол телефона. Вот это мое. Две наклейки. Я тебе дай посмотрю. Я тебе дай посмотрю. Артем, Артем. Да. Чехол. Чехол телефона давай. О-о-о, катай душой. Не, чехол нет. Нет. Кто что даст? Я бы тебе дал. Кто за наклейку с тачкой даст что-нибудь? Кто назовет? Маш. А уже все. Сама. Кто назовет марку машины, то получает. Наши, наши! Давай сюда. Готовы! Так, сейчас у нас был перерыв. А уже перерыв закончился. Давайте все туда. Погнал! Поддерживаем!
Давай! Yeah.
Ай, бля! Да. Ну! Хорош! Випчик. Два випчика. А, вот и подошел почти конец контеста. Сейчас мы доехали до моего дома, чтобы зарядить телефон, потому что у меня оставалось 2%. Победителей мы уже выбрали. Поэтому сейчас мы приезжаем на Горный сквер, и будет награждение. И общее фото, и также все фотографии с контеста будут в группе Lucky Store. Также будет видео, которую вы сейчас смотрите, да? И передай привет Максим. Мама, я знаменитость теперь буду! Ура! Да, да, мы сейчас только что по стеклу немножко проехались. Ну, я прям на розочку. Был смачный треск. Это да. Просто... Ужас, ужас вообще. Ну все, мы едем. Ну что, сейчас типа объявляют, кто победил? Ему. Окей, ему отдам. Это Тимофеон. Он потом передаст. Кто? Он потом передаст. Кто? Тимофей, я думаю. Третье место по BMX'у занимает... Ковалёв Данил, ну он нарабатывает, поэтому он ничего не получает. Третье место, шутка. Второе место занимает Максим, мы зачёрки! Серёга Горелла! Короче, это самый счёт. Возьми фотку. Айфон, да? Кого? Вот он переживает, главный призер. Смотрите, 100 пудов он выиграл. Я ему 4 наклейки дадут. Нет, ему, короче, дадут грипсы. Поймиксу. Кто остался? Да, я не хочу. Ну, покажу вам подарочек. Фоточку. Грипчики. Фоточку. Кстати, после награждения никто не уходит. После награждения никто не уходит. Следующий по BMX-у призы... Ой, по самокату. Последнее место, то есть пятое, занимает Бураков Артем. Мы не знаем никаких Бураковых Артемов, так что приз достается мне. Да? Четвертое место по самокату. А
тебя в кому? Держи! Держи, помыть! Идите, я снимать сейчас буду! Ваши ощущения, молодой человек? Я на него ставил ставки, что он выиграет, он выиграл. Лицо-то сними, а? Подбородок снимает. Ну ты прям фотограф. Ну ты прям фотограф. Четвертое место. Победитель получает сертификат на 15% в App Store. И наклейку. Ой-ой, дай-ка мне его. Ты Мишка. Как его использовать? А что не съел? Собирай, брай. Где слезы? На глаза. А по щекам твои слезы. А теперь давай. Стой! Фотку! Вадим, фотку-то! Фотку, да, ре. Фотку, блин! Винди, блинди! У кого есть какая-нибудь мелочуга? Есть мелочь, один руб. Третье место. У меня первое. Ура, место. Я победил. Пельмени твой приз. Творог. Его нету. Второе место по самокату, значит. Второе. Конечно же я. Артём, цветочек. Цветочек, короче. Цветочек, голубочек, сюда лезь. А я белый. Что там, показывай. Яблочко. Слышь, мишка, нахуй. А, это парафин яблоко. Слышь, намажь мне дырку, окей? Это что? А, подожди, нет, обратно. Там есть. Яблоко? Да. Это парафин, короче. Фоточку давай. Что за парафин? А! Он испортил кадр, Вадим. Нет. Я не разрешаю. Первое место. Ярослав. Ярик, второй раз руку жмем уже. Хорош! Спасибо. Филиппин Ярик! А ты до чего ушел? Филиппин Ярик? Ладно! Ярик, это ты победил! Что там показывай? Грибцы! Где? А пакет еще побольше? Пакет просто. А, маленький пакет и... маленький подарок и большой пакет. А, это пакет Lucky Store, ты что? На самом деле! Мы скрываем. Артема полицейского, он тебе шкурку даст. Да? Давай фотку. А он шваткался с тобой. Так и что у нас там? Ты что, Ярик? Да я ставил, что Ярик выиграет. Ярик выиграл. Ярик разыгрывал, кто побеждает. На память. Не слышу. Кричим. Вадим! Это скидка на Lucky Store 5%. Вадима, общее фото. Фото еще. Не расходимся, все пойдем в скейт-парк сейчас. Я 8 випов тебе сделаю, Вадим. Вадим, а будет быстрее. Вы, кстати, очень похожи, вы не близнецы случайно? Будет конечно. Реально, очень похожи. Да, конечно. Не, ровно тебе? Вот у него, брат, который лакистор. Азвик. Будет быстрее. Быстрее нет. Где лучше, типа, просто встать? Все на рампу, давайте все на рампу. Что, опять какие-то розыгрыши, да, Вадим? Нет, сейчас общее фото.
жестко. И что, думаю, на фоне скейт-парка так? Вставайте, короче, все сюда, на общие фотографии. Сиськи жопа, сиськи жопа! Этого не...